поцелуя, придумает и сыграет. Он песни встречает, он песни повышает. Одесса, мама, милый город мой. Ах, Одесса, жемчужина моря. Ах, Одесса, ты знала, как Одесса. Одесса, веселый жена. Живи, моя Одесса, живи, процветает. Ночной город. Это Малая Арнаутская улица. Идем мы с вами в ресторан Сонькина Малина. У меня есть на канале видео. Я в мае когда была, и прогулка по городу была у меня на электромобильчике. И семья молодая была с, заметьте, с Владивостока, с Сахалина. И они говорят, а вы не идете на Сонькину Малину? Я говорю, а что там, ребята? И они мне посоветовали. И я туда. Боже мой, удовольствие. Живые одесситы. С юмором, со своим, со своими песнями. Сейчас все посмотрим. Вот здесь я немножко сниму, потому как здесь люди сидят, отмечают что-то. Вот такой вход. Детки тоже танцуют, молодцы какие. У меня на канале есть май месяц этот ресторан. Я этот, опять же, по тем же стопам, но уже с Лидой. Я ж наговорила, рассказала. Тут уже я скоро улетаю, и сегодня мы вот решили здесь посидеть. Здесь справа вот Одесский дворик, видите? Вот такой вот, я пробегусь по ресторану, немножко сниму. Вот это справа, главнокомандующий, видите, всем этим кипишем. А здесь музей, музей, музей. Здесь фотографии, все. Ну, кто местный, а им это не интересно, они как бы запросто. И вот так вот. Оп! Представляете? Вот она, вот, звездочка. Дорогие, вот. Вот в такой мы сегодня красоте. Это наш одесский такой уют. Так хорошо, так прекрасно. По-домашнему, да, Лида? По-домашнему. Мы, правда, вот так вот сейчас поднимутся хейтеры, скажут, сидите среди трусов. Ну, пусть завидуют молча те, кто хочет это написать. Я вас умоляю, на это даже внимание не обращает. Кто уже на канале видел эту красивую, шикарную женщину, мои подписчики, гости, какая разница, я вам говорила, между тем, когда она на работе стоит с рыбой, гляньте на эту красотку. Люденька, ты стала просто как член моей семьи. Мы за эти дни, мы привыкли к тебе. Да. И я, и Света. Но Света не смогла прийти к нам, она там дела, по делам, по своим пошла. Ну, может, уделит еще завтра пару минуточек, потому что ты уезжаешь, да, да. Получается, скоро и надолго. Я хочу, чтобы ты быстро вернулась обратно. Девчонки, я не знаю, я говорю, господи, мне что, квартиру-то все. Ну, мы будем, знаешь как, Лидочка, мы будем по каникулам ориентироваться. У меня же школьник, то есть я думаю, они меня будут отпускать в каникулы. Но я потом подключусь, и меня будет видно, и Лиду будет видно, пока так. Вот. Ну, мы еще вам много что расскажем, мои дорогие. Да, вечер начинается, сейчас мы закажем. Смотрите, нам принесли меню. Вот такое меню. Вам ни худо, ни бедно тут на и двух меню, листах. И тебе. И тебе. Видите, тебе. Вот такая салфетка у нас здесь. И мы сейчас что-то подберем. Будем говорить с вами, говорить с Лидой, говорить. Безумно благодарна ей за вот этот вот сегодняшний сюрприз. А как я могла тебе не уделить внимания? Вот мне же надо, чтобы твои все подписчики, Людочка, и мои также. Кстати, мои, что подписались к тебе, твои срочно ко мне, Лида, приводят. Переплелись все, да? Да, вот так переплелись. Потому что мы все, мы уже стали как одна семья. Мы да, же да, да, это точно. Я с грустью сегодня говорю. Я хочу, чтобы твои подписчики знали, что мы в Одессе очень гостеприимные.
и уделим по-любому внимание любому, кто к нам приедет. Вот. И к тебе, Людочка, я уделила со всех сил. Я домой пришла, правда, уставшая была, но я быстренько и суп с фрикаделями сварила, и пожарила рыбы немного, муж хотел. У меня муж уезжает, он сегодня только приезжает, через два дня опять уезжает на неделю. Это у него работа такая. И я быстренько и мужу уделила внимание, приготовила, и детям молодец, приготовила. И еще быстро меня Люда ждет. Спасибо. Спасибо. Вот молодец такой. Это, ну, вы знаете, я уже так настроилась. Думаю, я в любом случае пойду. Если девчонки не смогут, то не смогут. А тут вот Лида мне такой сюрприз сделала. Оставайтесь с нами. Вечер будет интересный. Привет всем тем, кто принесли нам сегодня папки. Да, потому что у нас завтра аренда. Спасибо вам, что приперлись. Как у нас написано на входе, да? Куда вас так послали, что вы пришли именно сюда, да? Друзья, будем потихоньку таки знакомиться. Сегодня у вас, я еще помню, с мая месяца, это у нас Дюссельдорф, да? Это тоже где-то, кому не ясно, за поселком Котовского, не переживайте, это рядышком. Друзья, всем привет в этом зале, кто там, у нас там в конце спрятались, такие интимные уголочек сделали себе. А у нас что здесь происходит, тоже день рождения, да? Ты немножечко день рождения решил спрятать? Еще юбилей, еще опять же таки пригласили всех и все пришли, да? Как назло, да? Потрясающий вечер, Саванинова подарка для двух Сергея. Поехали! Сижу капаю с комфортной апельсины и проиграл, держу лишь шапоте. А же Серега справляет амандины. Как накачатишь, меня водка и вина. Молодецы! Уважаемый Сергей, вы даже представить себе не можете. На пороге мен с букетом встал. А это значит, что Сереги амагины. И самый новый подарочек прислал. Опа! А я шишачка, я а весна не помню, не бьется цай. А я шишачка, я а весна не помню, не бьется цай. С днем рождения, уважаемые! Молодцы, мальчишки! Конечно, озвучить все, что предлагают, невозможно. Я немножко так помедленнее пройдусь, потому что это надо читать. Здесь же еще с такими выражениями написано, что ой-ой, ребята. Но я так думаю, что вот пару мест остановлюсь и все. Салаты, вареники, пельмени, рыба, конечно же. Горячие, холодные, всякие разные. А вот это я попрошу домой, и вот отсюда вам что-то почитаю. Что-то здесь интересное. Вот здесь есть юмор. Поет Изя Япончик. Кстати, у него есть свой канал на Ютубе. У этого парня, который поет во всем этом. А здесь вот одесские сенсации. Это вы, вам подают такую салфеточку. Так, ну мы немного заказали пока. Для начала чай, как я ж без чая не могу. Солененькая. Это мой заказ, естественно, ж не Лида это заказала, потому что соленая хочу. Огурцы, капусточка, все домашнее, все такое. Салат теплый. Ого, это фельдеперцевый салат, поняли? Это не так просто. Вареники, пожалуйста, еще с картошками, ладно? Спасибо. Ну вот, рыбка. Оно не сочетается, конечно, но это же только... Только же Люда может такое заказывать. Ну, вот такое начало у нас. Фельдеперцевый, значит, мы почитаем, с чего он. Рыбка, рыбка. Ну, Лида бы рыбу не заказала, согласитесь. А ты сыграйку просто здрасте. Привет, Одесса! Пока только наслаждается Одессой. Одесса, мамочка, что нас... Не говорите, засосала вообще. Я хочу, знаешь, думаю, о чем такое сыграть? Вот сейчас сыграю авторскую песню из своего репертуарчика, ну, коль бы Дюссельдорфа, да. Я сыграю песню для всех одесситов, которые задержались тоже за границей, за поселком Котовского, которые не смогли сегодня по каким-то причинам попасть в наш потрясающий, уютный дом, в нашу любимую Одессу маму. Эта песня звучит тем одесситам, кто сейчас не в Одессе. Это моим друзьям, кто сейчас с удовольствием ее послушает. А я с удачей так много лет назад.
улицам новостями. Я гуляю с напрямус, о чем нам только господа не говорят. Услышать много там по жизни дарилось. Всем привет! Он пел котей, то по Одессе соскучал. За южный край, за город мой родной. Он пел о те, кто топчет белый свет, и в душу в далекие моря. Для тех, кто дома не был много лет, заморский, а сколько б я написал бы песен. Я о тебе, как первый раз пою, пою, моя душа принадлежит Одессе. Как хорошо побыть в родном краю. Вы понимаете, даже тут в туалет не оставит равнодушным. Вот представьте, это все в туалете. Вот. Как вам это нравится? Тут туалет как музей. Прочитайте. Вот так вот. Такие выражения, что, знаете, тут не знаешь ни то кушать, ни то снимать, ни то что. Знаете, как он называется? Ох уж эти блогеры. Нет нам покоя. Ребята, все это из-за того, что мы посмотрели, и вы, чтобы посмотрели. Поэтому вот с Ледуней сидим мы в трусах. Поняли? И в лифчиках. Ой, да это ж раньше все было не достать. Смотрите, размерчик наш слева, вон, видите? Чулки дефицит какой был. Я помню, ой, я у мамы сколько так втихаря потаскала, порвала, и обратно положила ей в заначку. Салатик у нас этот называется фундиперцевый. Фельдеперцевый салат, он из телятины, лисичек, фета, сыр, помидор и микс-салат. Так что вот такой вот салат непростой, как вы хотели. А я сейчас не поленюсь найти и посмотреть, как это в меню читается, эта закуска. Она должна в закусках быть, под рюмочку, видите, здесь есть. То, что доктор приписал, есть, тут все есть. Так, икра, сейчас. Угу. А видите, то, что доктор приписал, если бы мы взяли, там идет сало, соленье, картошка. Это не наш вариант, у нас рыбка. Ну все, в общем, смысл вы поняли, что все так не по-простому здесь все. Если вам вареники, то, пожалуйста, шаланда вареников с бычками. Сонькины пельмешки есть. Вот такой вот салат похудышка, фета, шпинат, помидоры. Товарищ похожий, как выйти в вокзал, ну шо ж тебя стой, возьми ответ. Ну он посмотрел и спросил меня тоже, а шо ж я с этого буду иметь. Ну он посмотрел и спросил меня тоже, а шо ж я с этого буду иметь. Что на свет агасы нарожают, а он не успел еще света глядеть. И легко бежит, и проблему решает. А что сейчас это вам уныли? А можно маленький подарок? Вот, да, я вообще не запомнил. Вот смотрите, это вам к пиву, Дюссельдорф написано. Вы обещали. Что я забухаю? Нет, приехали в Дюссельдорф уже. А нет, так Дюссельдорф по вину лазили. Смотрите, это чтобы пиво открывалось, а это на что купить пиво. Ой, спасибо, родные, спасибо.
Я говорю, что у нас Европа. Дело в том, что сейчас надо каждому привиться, а потом непонятно, сколько раз привиться. Пока мы отменили все поездки, все, что у нас связано с Германией было. А я слежу за рекламой, смотрю. Не, ну чего, ну сейчас все утихнет, переболеют все и поедем. То есть у нас, тем более, гастрольный тур в Дюссельдорфе несколько концертов должно быть, это 100%. Да там одесситов столько. С приветом с города Одессы, мамы Дюссельдорфа, спасибо за кружечку. Я не знаю, как пить пиво такое маленькое, но я постараюсь. Это все мне набухаться сильно. Одесса, веселый лишний край. Живи, моя Одесса, живи, процветаем. Спасибо! Живите одесситы, живите гости города Одессы и процветания всему миру. Спасибо большое! Не надо ждать, чтоб волны прокормали чиновря. Ты будешь весеной, с надеждой и тоской. Тыщся с головой, ты будешь весеной, с надеждой и тоской. А может даже ты просышься с головой. Так, ребята, все, вареники тут подоспели, картошка сейчас будет, салат. Тут все, все вкусно, все есть. Так что, дала нам селедочка, огуречки солененькие. Ну вот, картошку по-украински с чесноком, вареники, полный комплект, все, что хотели, мы вот получили. Честно, я больше ничего не хочу из того, что там всякие отбивные или что, война план покажет. Но тут курочка внутри мягенькая такая, она вообще просто. Вареники сейчас попробую, но вид красивый. Лида не хочет вареники, но не хочет, говорит, что я вареники буду кушать. А мы с вами попробуем. А песня какая, ребят, смотрите, какой вареник.